Добрый вечер! Добро пожаловать на самое романтическое шоу «Холостячок». Из 20 участниц на проекте осталось только 5 девушек. И, конечно же, он, самый завидный холостячок Артур. Один из самых завидных женихов Европы. Он объездил полмира, но так и не встретил девушку своей мечты. Успешен, трудолюбив и галантен. Пользуется большим успехом у девочек и воспитателей. Я молодой, симпатичный, харизматичный. Слушаю музыку, рэп и рок. Чтобы найти свою вторую половинку, Артур отправляется в детский сад, где знакомится с 20 красавицами. Каждую неделю девушек становится все меньше. Кто покинет шоу на этой неделе? Кому повезет провести свидание с холостячком? Узнают ли девушки всю правду о нашем герое? Хотел бы познакомиться с той, которая будет согревать мое сердце своей душой. Участницы реалити-шоу рассказали о первых впечатлениях о нашем герое. А тот такой классный, он просто космос. Я чувствую, что он искренен ко мне. Он такой неожиданный, как бунтарь. Ради его я слежу за своей фигурой и даже не ем сладости. Даша, будешь конфету? Да. Привет, красотки! Привет, Артурчик! Наступает 7-я неделя проекта. На шоу «Холостячок» остались только самые достойные. Девушки каждый день узнают о нашем герое все больше и больше. Артур, а во сколько ты ложишься спать? В 10. Ничего себе! Артур крутой. Очень крутой. Очень крутой. Он такой классный, он вчера мне подарил Барни. Если мне кто-то нравится, я обойду горы, чтобы найти этого человека. Перед Артуром стоит непростой выбор – решить, с кем пойти на романтическое свидание. Все участницы проекта переживают и надеются, что в конверте будет их имя. Я решил, с кем я пойду на свидание. Девчонки, я открою конверт. Ксюша Климова. Точно? Точно. Я была в шоке от того, что он выбрал ее, а не меня. Галантный Артур пригласил Ксению в шикарный 5-звездочный ресторан дневного пребывания. Холостяк удивил девушку оригинальным чайным коктейлем и изысканной бельгийской кайраби. Был очень галантный. Он вел себя как джентльмен. Мы сегодня стали ближе друг к другу. Ксюша мне нравится, но у меня к ней много вопросов. Меня трудно найти, но нелегко забыть. Наш герой очень много занимается спортом и находится в прекрасной физической форме. Поэтому следующим испытанием для девчонок стала проверка на выносливость в спортивном зале. В принципе, все девушки красивые и спортивные. После часовой тренировки особое внимание холостячка заслужила Яна. Пахнешь, как жирный беляш. До церемонии роз остаются считанные дни, и Артур решается на еще одно романтическое свидание.
На сей раз посчастливилась Даша. Почему он выбрал ее? Она даже не красит губы. Я до сих пор не могу определить, кого выбрать. Даша сегодня на проекте полностью открылась. Рада, что Артур первый на проекте поцеловал меня. После этого свидания Артур точно решил оставить Дашу на проекте. Но кто же уйдет сегодня? До церемонии роз остаются считанные часы. Все, я все решил. Сделайте мне манной каши. Добрый вечер, девушки. Как прошел ваш тихий час? Хорошо. Вы сегодня с Артуром стали ближе друг к другу, но, тем не менее, одно из вас придется покинуть наше шоу. Артур сделал очень сложный, но правильный выбор. Артур, ты готов? Да. Сейчас очень эмоционально напряженная ситуация. Я на проекте самая красивая. Мне кажется, я влюбилась. Привет, девчонки! Я рад вас снова видеть очень-очень. Первая роза достается тебе, Полина. Ты готова принять эту розу? Сегодня он посмотрел на меня не как мальчик, а как мужчина. Я не хочу уходить. Я думаю, что я эту розу заслужила. Вторая роза достается тебе, Ктюша. Ты готова принять эту розу? У меня дрожат руки. Почему дал розу ей, а не мне? Ты готова принять эту розу? Да. Героини переживают. Нет, только не я, пожалуйста. Осталась последняя роза. Мне нужно время, чтобы подумать, кому ее отдать. Страх сейчас одолевает меня. Где же моя роза? Стася, это тебе. Мы прощаемся с Оксаной Васильевной. Главный герой программы не смог определиться. По его словам, одного сезона шоу мало, чтобы найти ту единственную. Поэтому увидимся во втором сезоне шоу «Холостячок».